Убили матушку Россию, элементарно нет ее. Возможно, в будущем к музею прильнет российское старье. Она сопротивлялась долго, но силы были неравны, и утекла на Каспий Волга, не пережив своей вины. Ушла Сибирь в лесные чащи, и Новгород, и Китежград. Остались Кремль кровохотящий и бункер где-то чистый ад. Россию-матушку казнили, содрали кожу до костей. Одна мораль из этой были: мать отвечает за детей. Довольно деткам измываться над телом матери земли. Оно задавит святотатца и захоронит в ковыли. Покуролесили и хватит, премного всех благодарим. И не надейтесь, не прокатят ни Третий Рейх, ни Третий Рим.